Вы увидите танец от рождения до премьеры которого прошло всего, вы не поверите, но это так, прошло всего 3 недели. 3 недели каторжной работы, чтобы выплеснуть все эмоции, зажечь, сгореть самим, чтобы потом с гордостью сказать: мы это сделали. Постановка Алексея Пиготского, выпускника не только танцевального клуба «Адастра», но и студии «Свой стиль». Постановка авторская и специально только для своего стиля. С перспективой на самые масштабные танцевальные проекты Украины и, я надеюсь, мира. Встречайте! Thank you.
я очень волнуюсь. Вот то, что я прочитала, просто от волнения переполняет меня волнение. Я хотела бы поблагодарить всех гостей, которые приехали сюда, всех друзей, которые пришли. Я вас всех люблю. Хочу поблагодарить Ярослава Данилова. Я хочу поблагодарить Шахту Центральную, что нам помогли. Я хочу сказать большое спасибо моим родителям. Это мои крылья. Руководитель один не может сделать ничего. Только благодаря вот этой команде единомышленников, которая находится рядом со мной. Я песчинка, а это просто море вокруг меня людей добрых, которые мне всегда помогают. Особую благодарность я хочу сказать своим детям, которые выдержали этот год трудный. Они сделали невозможное возможным. Я в миллион раз говорила, я вас люблю. Хочу сказать спасибо своей дочке, которая много взяла на себя, 50%, даже, наверное, больше работы подготовки этого концерта. И танцевала практически весь концерт. Я тебе тоже очень благодарна. Вам поклон. Вы сделали тоже невозможное.